Девочки, здравствуйте! Сегодня будет обзорчик лаков для стемпинга с сайта AliExpress от Born Pretty. У меня именно вот в этих флакончиках еще нет лаков. Сейчас будем с вами пробовать. Ой, такие красивые оттенки. Какие-то, я так смотрю, с шиммером, какие-то матовые. Вот это, мне кажется, матовый. Просто мои любимые оттенки. Да, какие-то матовые, какие-то с шиммером. Очень-очень хочется попробовать. Мы сейчас все с вами протестируем. Во-первых, так упаковано, так красиво. Посмотрите, какой хорошенький. Так, тут надо все распечатывать. Я думала, там проще, тут все заклеено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лаков. Все такие розоватые, красноватые. Какой темный, благородный. Давайте я сейчас быстренько все открою, чтобы не тратить ваше время, и мы приступим. Все, девчонки, посмотрите, как они миленько смотрятся. В сравнении с классическим Born Pretty, да, видно, что насколько больше флакончик. То есть здесь у нас 15 мл, здесь написано на упаковочке 6 мл. На самом тюбике вообще не написано, сколько миллилитров, только номер лака и цвет, как называется. Что цвета вы видите такие все розовато-красноватые. Будем сейчас пробовать. Значит, практически все матовые, кроме вот этот с шиммером и этот. Остальные матовые. Очень красивые оттенки. Я люблю тюбики побольше, потому что у меня много обзоров пластин на канале, и у меня очень-очень, девочки, быстро заканчивается лак. А для, скажем так, обывателей, а для обычных пользователей, конечно, достаточно и 6. Просто у меня лак вообще улетает мгновенно. Ну что, давайте тестируйте. Прям первый попавшийся цвет номер 01. Party Dress. Да, кстати, а что я забыла? Мои любимые скребочки. Сейчас будем использовать такие разные. Да. Да, вот так. Так, берем штампик тоже от Born Pretty двойной. Ролик у меня H&M. Вчера вот девушка спрашивала у меня тоже в комментариях. Все меня спрашивают про ролики. Где я беру альбом с черной бумажкой. И чем я чищу пластины. Пластины очищу. Вот я самая жидкость. Бумажку я наклеиваю. В Леонардо купила черные бумажки. И наклеиваю сюда прямоугольнички. В обычный альбом детский. В канцтоварах, которые продаются. Ну что, все. Сейчас будем пробовать наши лачки. Так, пластиночка моя любимая. Видите, грязненькая. Сегодня как ее не почищу. Born Pretty L028. Всегда ее использую в обзорах, потому что очень здесь хорошие рисуночки. А вот сейчас вижу, что пигментация хорошая. Какой темный, яркий такой, насыщенный цвет. Очень красивый. Очень яркий. А на черном даже нет смысла его пробовать, он слишком темный. Я не думаю, что... Ну, давайте, в принципе... Значит, номер 01. В принципе, если хотите, но я просто уверена, что его не будет видно на черном. Если вы прям... Не знаю, я уверена, что не будет. Можем попробовать только вот этот светлый и вот этот, может быть. А, такие темные. Ну, все равно, давайте, ладно, попробую. На всякий случай. Ну, прям уверена, что нет. Так, цвет просто потрясающий. Вот, видите, он не настолько пигментирован, как Dance Legend. Видите, его даже и не видно вообще. Вот он. Да, это вот Dance Legend, они видны. Но не Born Pretty. Born Pretty не отличается. Поэтому я даже не хотела пробовать, ну... Для успокоения души
Но сам по себе цвет просто потрясающий. Маникюр с ним обязательно сделаем. Очень красивый. Так, все, убираем. Давайте возьмем светленький. Ну, вот светленький можно попробовать. Светленький можно. Может быть, и ляжет на черный. Вот он такой шиммером, очень нежный, такой красивый оттенок. Боже мой, я не почистила, я прошу прощения. Надеюсь, что она не высохла. Очень красивый такой цвет вялой розы. Пудровый такой оттеночек. Давайте попробуем на черном. На всякий случай, ну вдруг чудо произойдет. Но я не верю, но красиво. На белом просто, просто потрясающе. Сейчас штампики почищу, то я что-то заговорилась. Ну, на всякий случай. На всякий случай. Очень красиво. Ну вот видите, немножко уже видно, но не так хорошо, как бы хотелось. Эти лаки не такие пигментированные, поэтому видно, но не так, как должно быть, как хотелось бы. Но это я уже знаю, что лак Т может быть виден, и то не все оттенки. И вот Dance Legend. И Cuts у нас несколько оттенков появились, которые видны на черном. А так в основном. Ну, а зачем нам на черном, да? Нам и на белом были же бы хорошо. Есть такие лаки, которые на белом не очень хорошо видны. Давайте вот этот, какой красивый винный такой оттенок. Номер 02 Misty Life. Мистическая жизнь, что ли, это имеется в виду? Misty Life. Ох, какой красивый. Такой прям четкий. Обалдеть. Ну-ка. Посмотрите, какой красивый. Ой, какой он красивый. Четкий. Яркий, сочный. Замечательно. Сейчас смотрю на свою коллекцию. Такого прям вот винного и не вижу. Потому что вот этот он более такой малиновый, ну такой не малиновый, но в общем он не такой темный, не такой, этот потемнее. Молодцы, что они все-таки делают разные, да? Одна фирма, но вот такого цвета у меня нет вообще. Даже близко. Вообще нет, вот смотрите, вот, если ставить, на этот не такой. Этот слишком, то есть вообще не такой, да? Вот сейчас возьму вам Николь Дайри, тоже не такой, даже не знаю, с чем еще сравнить, такого нет вообще. Вот мне очень его хотелось, потому что достаточно красиво так смотрится. Лаки сами по себе, вот они такие непрозрачные, непрозрачные. Хороший лак. Замечательно. Отпечатывает все прозрачным своим родным штампом Born Pretty. Красивые оттеночки. Ну, потом маникюрчик, когда сделаем. Это можно хорошо, это кофейный сделать маникюр. Меня все просят сделать кофейный, все никак. Я просто сама кофе не пью. У меня все время просят, и я что-то все время... Забываю про это. Надо. Вот им можно сделать кофейный маникюрчик. Очень может быть симпатично получится. Так, это у нас цвет 06 Warm Mist. Mist, не знаю, что такое mist. Ну, сейчас попробуем. Да, пластиночка очень хорошая. Ой, какой хороший лак. Прям очень хороший лак. Цвет, ну, вкусный цвет, какой вкусный цвет. Сравните вот с этими розовыми. Замечательные оттенки, можно очень красивый маникюрчик сделать. Цвет какой.
Даже не знаю, как у меня вот эти 4 прям. Даже не могу выделить, все нравятся. Все нравятся. Хорошие, девочки, запомните, хорошие. Это из цвет розовая серия, да, давайте-ка я проверю. Это королевская Queen серия. Это розовая серия, давайте я сейчас прям вот так розовую поставлю. Вот это розовая серия. И это розовая, а это королевская. То есть вот эти 4 это Rose серия, да. Это Rose. А это вообще, это осень, осенняя серия, Autumn. Это из осенней серии, ссылочки оставлю. Это тоже из розовой. То есть все вот эти 5 это розовая серия, и вот эти 2, вот это королевская Queen серия и осень. Во, как понятно, девчонки. Ой, какая красота. Розовые, по-моему, мне кажется, я вообще все взяла. Я сейчас не помню, но мне они так понравились. Так, цвет 4. Eternal Beauty. Так, подождите. Мы сейчас с вами какую? Вот эту пробовали? Боже мой, мамочки, нет. Так, это. Правильно? Правильно. Все, мама, я испугалась. Совсем с ума сошла. Все, идем дальше. Мне нравится, я любитель больше матовых. Матовых лаков. Вот эти прям, вы знаете, с белилами, такие плотные. То, что доктор прописал для стемпинга. Просто замечательно. Ух, какой цвет. Так, надо запомнить. Мне нравится. Это у нас розовая серия Eternal Beauty 4. Очень. Она и не красный, и не алый. Ну вот их можно как раз вместе сравнивать. Чуть-чуть оттеночки, конечно, отличаются. Но вот этот очень мне понравился. Он и не красный, и не алый. Я не знаю даже, как его обозвать. Не знаю, вот они его, видите, как обозвали. Eternal Beauty. Очень вот этот красивый. Очень необычный оттенок. Мне нравится. Я вообще довольна. Очень хороший. Все цвета хорошие. Сейчас мы вот этот попробуем осенний. Он с шиммером. Серия осень. Хорошенькие, хорошенькие. Надо придумать маникюрчик. Все нравятся, все хорошие. Но вот этот пока на первом месте. Вот последний на первом месте. Предпоследний. Хорош. Тоже красивый. Такой мелкий шиммер, мелкий-мелкий. Боже, нет. Своей болтовнёй, ничего не чищу. Ой. Да, шикарно. Конечно. Ой, как он. Девочки, он так переливается. Он во флаконе хуже смотрится, чем в жизни. Посмотрите, я надеюсь, что камера передает, как он переливается. Такой немножко металлизированный даже, мне кажется. Знаете, сейчас я вам найду. Куда же я у меня тут стоял? Не тут. А, у меня убрано где-то. В общем, вот эта серия металлик. Вот Dance Legend был вот такой красноватый. Я не знаю, куда я убрала, не вижу, на глазах не попадается. Очень мне сейчас напоминает. Красавчик. Просто красавчик. Ну все, девочки, подводим итоги. Больше всего мне понравилось два вот этих оттенка. Даже я не ждала, что мне вот этот так понравится. Он во флаконе не такой красивый, как на бумаге. Значит, этот цвет номер 01. Permanent Red цвет. Серия осень. А это серия, розовая серия, Eternal Beauty номер 04. Вот эти два оттенка больше всего мне понравились. Сейчас покажу вам их на бумаге. Вот эти два оттенка. У меня сегодня первое место. Но все остальные, извините, тоже очень красивые. И вообще я очень довольна, что я их заказала. Обязательно напишите ваше мнение. С удовольствием почитаю, как вам этот лак. Я надеялась, что вот этот будет более интенсивно на черном. Но, к сожалению, нет. Даже его старший брат Born Pretty, вот такой розовый, он виден на черном. Очень даже неплохо. А вот этот вот
не очень хорошо виден. Вот. Но зато на белом очень-очень и даже очень. Замечательно вот этот винный. Потрясающие оттенки, девчонки, ну все, это тоже, ну они все красивые, я не жалею ни об одном. Единственное, мне бы хотелось, чтобы они были побольше, чтобы флакончики были побольше, потому что они у меня очень быстро закончатся. Ну все, девчонки, надеюсь, я была вам полезна, до новых встреч!